того, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, у кого не было намерения, чтобы поститься до утренней молитвы, то его пост не примется. Поэтому иметь надо твердое намерение в сердце, что, например, человек просто говорит все в сердце, я намереваюсь решительно твердо поститься весь Рамадан, ради Аллаха этого намерения хватает, чтобы главное успеть это сделать до утренней молитвы. Данный хадис не является достоверным, как об этом сказал Аль-Бухари, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Абзур'а Ар-Рази, Ад-Дарақутни, Ибн Аль-Мунзир и другие хуффазы этой общины. И все эти имамы сказали, что это слова не пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а это слова Хафсы и Ибн Умара. Несмотря на то, что данный хадис является мединским от Ибн Умара и Хафсы, Малик не взял его в довод. И поэтому он сказал, одного намерения на весь Рамадан достаточно. Хотя три других мазхаба другого мнения. А что касается намерения, я намереваюсь держать пост, то это не пришло ни в хадисе, ни от сахабов, ни от салафу-салих, что является новшеством. А намерение – это знать о том, что будет пост, и решиться его держать в сердце. Это и есть намерение. А тот, кто прервал пост из-за хайда, нифаса, сафара, болезни или любой другой шариатской причины, то он, да, должен возобновить намерение.